Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как ввести текст Paint.net. Для этого нам понадобится сама программка Paint.net. Скачать можете его на paintnet.ru. Нажимаете «Скачать» и выбираете вот здесь вот последнюю версию вот, или предпоследнюю, как вам угодно. Далее нам необходимо будет, значит, определенный архив скачать в эффекты Paint.net. Ну вот текст, видите, как введенный будет выглядеть. Значит, итак, нам понадобится... Вот файл, который вы скачаете, ссылку я оставлю в описании, нажимаете «Скачать». Вот, скачиваете, это архиватор, значит, далее можете его распаковать, сохранить, распаковать и так далее. Я думаю, вы справитесь. В результате, вот как видите, у меня здесь вот сам файл, и вот я его распаковал, для того, у кого есть архиватор. Значит, и вот эти два эффекта, нажимаем «Копировать». Две папочки точнее, и открываем папочку, где у нас открыт Paint.net. Собственно, у меня это C, Program Files, и ищу Paint.net. Нажимаю буковку P, и вот папочка Paint.net. И, как видите, здесь такие же две папки, Effect и File Types, и их вот сейчас нажимаем «Вставить». Ждем некоторое время, естественно, и продолжить. Выполнить для всех, продолжить. После чего открываем Paint.net, вот он внизу, и у вас в эффектах, нажимаем эффекты, вот почему-то, сразу же скажу, необходимо некоторое время подождать. Вот как видите, сейчас он прогружает, там очень много эффектов. Нажимаем открыть эффекты, вот как видите, в первый раз совсем подвис. Сейчас еще раз. Эффекты. Ладно, пока не хочет. Видно, они там устанавливаются. Так, нажимаем открыть. И сейчас откроем какую-нибудь картиночку, на которую мы будем рисовать. Далее наложим слой. Наши эффекты подгружаются, но это ничего не поделаешь, вот именно так все и работает, поэтому не удивляйтесь, если у вас будет долго. Вот они долго прогружаются, потом отгружаются. О, вот все, ну наконец-то. Выбираем Object и далее, значит, Так, сейчас, секунду. Outline Object. Вот, Outline Object. Выбираю версию 4.3. Ну вот, собственно, и есть вот то, что нам надо. То есть мы набираем текст здесь, выбираем. Выбираем шрифт, ну, какой-нибудь побольше шрифта. Так. Так. Так, даже побольше. Как. И текст в Paint.net. Так, ну и собственно выбираем эффекты, опять ждем некоторое время. А кстати, давайте-ка выберем, чтобы текст был белым, вот так вот. Вот выбрали, вот как видите, здесь, чтобы он белым. Еще раз нажимаем на эффекты. Уж простите меня, что они так долго подгружаются. Вот нажал и жду. Так. Жду. Опять выбираем, значит, Object, Outline Object 4.3. Ну а далее, значит, Radius, цвет выбираем. Сейчас цвет потемнее. Вот, и как видите, мы выбираем толщину. Вот, как видите, обводочки. Потом яркость, вот strength, ну я знаю, что значит по-английски strength. Как видите, толщина, это как тень, да, как тень появляется. А, это радиус, обычный радиус и след от тени. Вот, собственно, и все. Далее нажимаем ОК. Ну и файл, так, файл сохранить как? Файл сохранить как?
И, значит, изображение. И здесь вот выберем не PNG, а JPEG. Так, JPEG, вот. И, собственно, все, наша картинка готова. Объединяем все слои. Файл открыть. Best. Вот так вот выглядит наша картиночка в результате. Надеюсь, вам видео было полезно. Всего доброго, до свидания.